Жавот победите женщирваште тейте шакка и умагашка за ананкала джуаварте министра ада кушчите шара, что и шармагу онд ахурте. Ша кудымагашка ахам кожа тренировката куштот аннаманг аражан кауам. Уйта уйта хаймазам. Тахт сбуаргатта шузан сахам та бира иш. Савар мазал та иш пайдаканан самай жинг бира раттылма парахату ашта ядама адашбана атмарраштут кау раканан. Удатта бажат той навасхашчите. Райдиан Эйрон Кралауд, Радхаша Карагулахшан, Зауджика Ужин Хушинканан Хайя Текущите, Жингима Читухкан Усу специалистан Лаварт Саунс Хашлаварта, Ахурта Шараштой, Химион Агдауэй, Тешаг Объект, Жавод Победите. Арподугон Саумагашка Арсадавари, Уяхушай Жавода Артабанат Ракарта Жанхашаг Амяк, Дуарана Цистерна Амякима Донивил Дахушай Кагдарт Байевта, Артима Тохканджета Амиакатафта, Юваршкангая Уажалканенс резервуарта. Были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по рангу пожара номер 3. Соответственно, прибыло 87 человек, 22 единицы техники. Было создано 3 боевых участка, работало 8 звеньев ГЗДС, было подано 8 стволов на орошение аммиака. Основная задача – это, конечно, спасение людей, кто оказался в зоне поражения. И следующая задача – это осаждение паров аммиака. Ну и третья задача – соответственно, ликвидация самой аварии. Ирважин ганжита архайд маламбана кашин жавод победите кушчета. Ахам юмая гахурта фарса бажонанс хикут даран кау уима, адаштина адмазал такуда хаштканан кау уим. У нас своя добровольная пожарная охрана. Значит, круглосуточное дежурство. У нас две пожарные машины. Значит, и вот неоднократные эти учения, то, что у нас здесь на заводе проводят, во-первых, это полезно и для пожарных нашего района. Они знают, откуда брать воду, где находятся наши гидранты пожарные. И, во-вторых, обучаем мы своих же пожарников, как правильно вести работу при пожарах, при ЧС. Шаражма вартхашта жанхушинганджита антышчинай бахашт котту юшахатмам. Маркхатса химион варгатта парахатканан набауахтой. Специалисты нахаштамгашка жанхушинганан тактикон ахурта асадышты фаткмагашка. Бртяда Феликс, Ахилта Лидия, Игорь Вайцеховский и Раштона Хабартта.